Всем привет! Доброе утро! С вами снова Елена Дмитрий. У нас сегодня интересное упражнение. Это из Лениного фирменного арсенала. И называется оно... Бодрая муха! Я, честно, не знаю, что это такое, потому что я специально стал его репетировать. Я сейчас даю ей полную свободу и посмотрим, что может сделать девушка, когда ей дают полную свободу. Пожалуйста. Итак, почему называется комплекс «Бодрая муха»? Потому что каждый утром, когда просыпается, чувствует себя не очень бодро и, возможно, не очень мухой. В общем, сейчас я вам продемонстрирую, как с утра можно себя взбодрить, чтобы чувствовать весь день энергичным, чтобы день был насыщенным и веселым. Итак, наверное, я начну? Пожалуйста, я посмотрю. Вам нужно всего лишь коврик, всего лишь вы, пока сонные. Итак, начинаем. Ну, группа поддержки еще нужна, вот я за нее сижу. Итак, комплекс начинается с упражнения «Велосипед». Все упражнения в комплексе длятся 5 счетов. Итак, первое упражнение «Велосипед». И считаем 5, 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение «Скручивание». 5, 4, 3, 2, 1. Один. Статика. 5, 4, 3, 2, 1. Вот отлично. Как делается фигура. Теперь ложимся на живот. И упражнение «Супермен». 5, 4, 3, 2, 1. Держим. 5. Сжимаем сильно-сильно ягодицы. 4, 3, 2, 1. Отлично. Чуть-чуть отдыхаем. И упражнение «Скалолаз». 5, 4, 3. Отведение, приведение 2, ноги. 1. Отлично. И отжимание. Отжимание покажу женский вариант. Хорошо. С колен. 5. Выдох. 4. Выдох. 3. Выдох. 2. Выдох. 1. Отлично. А мужской вариант, когда мужчина отжимается, а девушка на нем сидит сверху. Отличный вариант. Может, мы сейчас покажем? Можно? Итак, я, получается... Лучше лечь. Прям лечь на меня. Я несколько раз так уж и быть сделаю. Так. Хорошо. Так, мужчина просто лежит. Извиняюсь, это женщина просто лежит. А мужчина начинает шевелиться. Итак, поехали. Ну, примерно так. Ох, здорово. Удобно? Да. Хорошо. Мягко и удобно. Сейчас несколько слов, которые хотелось бы сказать в заключение нашего сегодняшнего урока. Когда я кому-нибудь предлагаю заняться фитнесом из моих окружающих, очень часто слышу такой вопрос в ответ. А что, уже видно, что мне пора? Я тогда отвечаю, когда будет видно, это уже будет поздно. Потому что тогда вам понадобится просто дикая сила воли, чтобы вернуться в то красивое тело, в котором вы пока еще находитесь. Поэтому не будем дожидаться завтрашнего дня. Начните сегодня. Начните сейчас. Будьте здоровы. Пока.